Я, короче, как истинный фанат Берсерка, принял в дар нехуёвый подгончик от ребят из Бакамоску. Тебе нравится? Да, спасибо большое. Ярославль, сегодня мы будем вас разъебывать. Вот, выезжаем скоро, короче. Мы почти готовы. Димон так сушит волосы. И я, блядь, клянусь, он так их сушит, действительно. Всего лишь за дверью есть фен. Вау. Блядь, почему у меня стабилизация, сука, не работает в Инстаграме, когда я приближаю? У меня все начинает трястись, как будто я, блядь, бухал неделю. У каждого такая хуйня. Вот этот вот человек весь вечер меня смущает и вгоняет в краску. Говорит, какой я крутой там и так далее. Ну, знаете, парни, если уж здесь так это вот получается, то я не знаю, как будет получаться дальше. Анекдот. В общем, Евгений, я рассказываю вам анекдот, и вот сударям. Подъебут. Что чувствует инопланетянин, которого похитили? Что они в своей тарелке? Теперь можно идти спать. Я снимаю. Маленького ты роста. Смотри, какой здоровый. Боксируешь?